Всем здрасте! Рад приветствовать на другой жизни. Вот и продолжаются наши походы. Естественно, не усидели мы дома. Приехали на то самое пальцо небольшое, где подняли в крайнем видео Дирхем Ханджунибека. Ну, видели, скорее всего, уже. Трава лежит. Трава, точнее, не лежит, она скошена. Сейчас, извиняюсь, чаек поставлю. Что изверг это? Брусничный, вкусненький. Трава подстрижена, но уже расти не будет, соответственно. Красота. Сейчас будем понимать, пытаться понять, кто куда ходил. В прошлый раз мы выяснили, что прям где-то вот здесь, вот недалеко, стоял то ли дом, то ли несколько домов. Ну, короче, старый кирпич колотый. И куча железа. Скорее всего, распахали. Железо копнули, какая-то петля была старая. Что тебя знает? Интересно. Вот. Время сегодня часика 3, наверное, сейчас уже сколько? 16:00. Темнеет рано. Ветер. Будем надеяться, что не будет никаких гадов, потому что наш крайний выход опять меня долбанули в руку. Руку раздуло в 2 раза. Ну, это, походу, лосиные мухи. И очень нехорошо я на них реагирую. Ну, как есть, так есть. Стараемся как-то избегать. Ребят, напишите в комментариях, кто знает, может быть, есть какое-то средство, которое их отпугивает. Я сколько не пробовал, ничего не помогает. Им пофигу, они все липнут. Ну, какой-то репеллент именно от них. Вот. Ладно, мы начинаем. Ну, и вы с нами начинайте. Так, вот и первый дельный сигнал. Глубоко. Блин, она здесь была позолоченная. Позолоченная, с одной стороны. Вот не знаем, что это такое. С эмалями. Она на что-то одевалась. Ты ее поменьше три. Сейчас я покажу. Приближу, смотрите. Одной стороны эмали. Даже не знаю, что это. С другой стороны позолота. И здесь вот она сплющенная, как бы туда что-то продевалось. Да. Может, шнурки, может, еще что-то. Не знаю, что это. Ой, эмаль цепится, бедная. Ну, вот, да. Ладно. Сказал, мы поосторожнее. Плохо. Да, интересная штучка такая. Ну, может, когда-то находили, я не знаю, что это такое. Ну, глубоко. Блин. Глубоко пипец. Смотрите. Штык-то точно, этот товарищ засек. Я сегодня вот с чем. С рулем. Тяжеленный, но дельный. Следующий сигнальчик. Прям сверху в траве лежал, глазами нашла Люба. Десюнчик, квадрат. 46-й годик. Ну и что, забираем, хорошо. Вроде мракобесия пока никакой. Ну ветер, ну, ветер и холодно. И влажно, холодно. Влажно, холодно. 8 градусов сейчас он по этому, по термометру. Он какая-то муха пролетела одинокая. Еще не замерзла пока. Вот себе можем позволить тепло одеться, а мракобесия-то нет? Нет. Вот был сигнальчик у нас. И наконец-то то, зачем мы сюда, в общем-то, и приехали. И ходим. Ну да. Петр. Ну, такая вот хрень. Ой, пропал. Потерял. Ну, короче, такая вот писюлька. Пиписюлька. Но очень приятная. Такая красота сейчас осенью. Куда ни глянешь, все желтое. Курица неплохая. Посмотрите. Обалдеть. Вот, следующий сигнал, ну, медь здесь, к сожалению, не очень. Сейчас посмотрим. Ну, короче говоря, да. Продолжаем его прочесывать. Как же приятно копать чешую. Друзья, положи меня на это. На покусанную руку. Петр, сейчас приближу, покажу. Вон он, видите? Тр. Тоже сверху. Вот такие писюсечки. И верховые. Верховые, да, они, интересно, еще звенят так. Не знаю, как на венике, на траке своеобразно очень. Венике 17. Не, ну тут-то четко, а на от этом 14 таким до 17. Пипипкой такой играет. Прикольный, да. Но идти надо очень медленно, крайне медленно. И тогда будете ее находить. Так, прошли сейчас туда-сюда. В той стороне поля как бы нет практически. Так, сюда спустились, начала появляться конинка, что-то еще. Вот
там мы Верхемчик нашли. Решили пройти вот так попробовать. Горелое что? Горелое. Опять кирпич. Горелое. Где-то выкинул. Короче, кирпич. Горелая монета, походу. Да. Здесь были дома. Когда они здесь были? Ну, это полушка сгоревшая. Мы ее потом попробуем почистить. Вот. То есть вот там дом стоял. Вот где-то вот тут. Потом получается вот здесь кирпич. Ну, черт его знает. Где-то, короче, тут они были. Непонятно, но интересно. Ходим, ходим, ходим. Сюда идем до конца, посмотрим, что там будет. Пытаемся понять, как дома стоят. Ну да, вот там один, тут второй. Дальше непонятно. У меня пуговка лысенькая. Носушка. Любка, что-то верховое. Чего там у тебя верховое? Где-то в траве лежало. Теперь мешается, катается. Она его поймать не может. Упала. Перстень обломок. Да ты чё? А с чем? Непонятно? Детский какой-то. Не, изображение-то есть какое-то. Что-то там есть. Ну там окисло, непонятно. Сейчас приближу. Вот. Кротом вырыт, кстати, я его. Да, ну тут все в окислах, к сожалению, пока ничего не понятно. Поступил сигнал. Переворачиваю. Вон она лежит, плюшечка. Звенел хорошо, толстенькая что-то. Котелизная. Такая жирненькая. Что это такое-то хоть? Лиза, да? Копейка, копендос. Ну, убитая, размер. Естественно. Ну, естественно. Но жирненькая, смотрите, какая толстая, но мертвая. Их хорошо отполировать, потом на них что-нибудь выбить. Ну да, логотип можно нанести. Звенят они, конечно, классно. Там пи-пи-пи-пи-пи. Я давно вот такого сигнала не слышу. Ты же капусту поднимаешь. Капуста по-другому звенит. Это она тоньше звенит на траке. Она прям пи-пи-пи-пи-пи. Четкий, ровный, красота. Здесь все, он перебуробили. Вот здесь сейчас котелиза была. А рядом где-то сейчас. А, вот еще яму я не закапывал. Смотрите, что нашел. Это обломок ключа. И опять, короче, вот такой пятак все звенит. То есть получается раз, два, вот тут два, вон там раз. Здесь три дом. Здесь получается вот так они что ли стояли. Вот прям заходишь на пятак и очень хорошо чувствуешь. Как вот прям куча-куча, прям все звенит, потом раз пропадает, следующий. Посмотреть бы по распашке, вот когда пробаранят его, по пятнам очень хорошо видно, где здесь что было. Интересно, как же оно шло-то? Там овраг вот, где деревня, сейчас современная, вот овраг идет. В овраге мы находили монеты имперские. Заглянуть бы хотя бы на немножко в те времена. Вот было бы интересно. Пробитая с дырочкой. Да, манистовская. Положи мне ее на руку. Короче говоря, следующая чешуйка. Ой, не так. Так мы ничего не прочитаем. А, о. Я боюсь, что мы из камеры ничего не прочитаем. Ну, она такая размазанная. А переверни. А что там? Да, пробитая. Ну, просто пробитая. Понять, что... Нет, это конник, это всадник. Да, чей? Не знаю. По шрифту на Петровскую не похож. Как знать. Шрифт. Так вот дома стояли. Солнце садится уже практически. Камера, да, светляет сейчас уже так. Сумерки, я фонари из машины взял. Мы еще полазим. Медь убитая, но для количества. Это у нас николаевский формат, так называемый. Убито. Ну и так, друзья, стемнело. Мы еще шляемся и смотрите, что мы тут нашляли. Сейчас покажу. Блин, ну, конечно, как, к сожалению. Как... Он да, сохран-то плохой. Сейчас приближу. Здесь совсем. Не, ну что-то видно. Сейчас. Ну, короче, видно, да? Крестовик.
Но, вот я, к сожалению, не могу они все убиты. Ладно, мы уже сейчас не в ночи его посмотрим. 20-й. Ну, это Петровских много. Ух, что это тормозит камера? Темно. А, во, все, сосредоточилось. Красно, классно. Ну, приятно, приятно. Вопросов нет. Хоть он и убитый, но все приятно. Давно, кстати, не поднимали. Вот два, наверное, уже. Крестики. А вон пипки видно. Пипки видно, орла видно. Ну, посмотрим. Ну, он весь сойдет. Окисел очень тяжелый это. Видишь? Ладно. Друзья, день два. Вчера, когда стемнело, все, уже собрались, естественно. Вчера ходили ровно 3 часа. В 6:20 мы уехали, но уже было темно. Пока собрались, переехали. Короче, где вчера ходили, вон там за березками, вон за теми. Сейчас чуть-чуть ниже спустились. Вот там, вот по линии внизу, было урочище. Нам туда не надо. Нам вот надо где-то здесь полазить. Во-первых, здесь какая-то роща непонятная на склоне. Ну и вот здесь посмотрите. Вон там была дорога крупная по карте. Ну и здесь тоже. Вот, продолжаем. Сегодня тоже не очень много времени. Так что гуляем. Так, сейчас посмотрим вот этот березняк. Здесь травы сейчас практически нет. Потом сходим вот туда, вниз. Да, щитовик. Щитовичок. Первый сигнальчик. Смотри-ка. Ну, убитенький, естественно. Ну, читаемый. Читаемый, но... Где мы вот щитовик? Щитовик тогда на этой, на дороге, на лесной дёрнули. Ну, в общем-то, я не могу сказать, что он прям совсем плохой. Ну, подубитый, ладно. Так, сейчас я приборку возьму и пошли. Короче, пролезли мы здесь, тишина и покой, только железо. Ну, зачем-то был он здесь, этот березняк. Я думал, здесь водочные пробки будут, но их нет. У Любы там рамочник внизу, у меня... Трешечка 35-го года. Ну, уже такая вот. Нас давно уже интересует вот тот лес. Это другая сторона реки. Слушайте, нашли сейчас накат, идет прямо под проводами. Его не видно сверху со спутников. Потому что сверху он там как... Ну, разбитый очень здорово, как бы там заросший. А здесь прекрасно начинается дальше. То есть обязательно мы попробуем туда теперь пробиться. Там должен быть брод, ну как-нибудь переедем. На стелочке вон отдыхает, стоит на горе. Внизу пугагирька с обломанным ушком. Прямо вот спустились сейчас. Вот, Любка пошла на реку смотреть. Я не успел, я только подошел. Вот вам на следующий раз. С ребятами приедем. Сань, Димыч, привет вам пламенный. А вон туда попрем. Там очень интересно. О, у меня паук в камере живет. Ох ты, свист сейчас на паутинке. Прикольно. Он там лежит. Веник молодец. Он, видите, лежит. Ой, кулечко. Сейчас, секундочку приближу. Вон она. Сейчас мы его будем доставать. Обручалка. Обручалочка, да? Сломанная. Ну, старенькая, вся какая. Какая есть. Да, сломанная. Опа, сейчас покажу. Душно здесь же. Душно в низине, да. Короче, определились в следующий раз. Там вот за этим березняком еще есть интересная поляна. Ну и гора с лесом. В том лесу церковная земля. Давно мы туда хотим попасть. Чуть никак не могли понять, как туда проехать. А оказывается, вот, мы с другой стороны пытались туда заезжать. Там жопа. Вот. А тут вот оно как. Все гораздо проще. Ветерок, когда начинается, вообще обалденно. Еле раззвонила, блин. Глубина-то штык. Ну да. Там камень лежит.
как я сказал, об него трактор потерял органы. Ну, короче, там пипец вокруг. Ну, рядом поднял пуговичку лысенькую обыкновенную, там какая-то медняшка. Сейчас иду сюда. Ну и поздний крестик целенький. Ну, это уже поздний, но прикольный, смотрите, какой. Чуть-чуть гнутенький, но крестики всегда приятно. Ради прикола, пока пили чай, вон там мы сейчас ходили, решили посмотреть вот эту лужайку. А лужайка достаточно здоровая, на самом деле. Вот здесь она, это урочище было. Вот здесь прям один сплошной поток бесконечно черных сигналов. Ну, распаханная. Ну, вот. О, слушай, ну, более-менее. Выскочила неожиданно двушечка 24-го года. Сейчас покажу. Ну, и рельеф, в принципе, есть. Что, в общем-то, не может не радовать. Поль, мы это, в принципе, давно хотели посмотреть. Но сегодня уже чуть-чуть осталось ходить. Сейчас здесь полазим. Там все ясно, там как бы надо ходить. Пока я там гулял, ходил, Любка еще советов ранних надергала. Два, что ли, или три. Две двушки. Две двушки. Вот. 30-го какого-то там еще. Ладненько. Вот, был 24-й год, ямку прикопал сейчас. Сигналов просто здесь просто не замолкает. А я же еще с блином с этим. Не лучшая катушка для похода по распаханным деревням. Копеечка, 36-й годик. Ну, короче, я так понимаю, тех годов здесь была деревня. Я не помню, ее где-то в советское время ее расфигачили. Я уже не помню, что-то читал я про нее. Интересно. Вот здесь начинается прямо вот за этими деревьями крутой берег к реке. Вот, и вот тот леску там хотим. Вот здесь крутимся. Ты же звонил вообще, фольга, фольга. Да, советик, короче, какой-то. Хотим сейчас вот здесь проверить, просто пройти, ну, понять, где здесь что находилось. Вот здесь прям вот распаханная деревня. Она прям вот... Беда-беда. Умерла. Ну, умерла, так лучше умерла. Лучше не откапывал, называется. Да, да, да. Тикс, да. Сигналчик. Сигналчик, монетку. Монетку. Нет, здесь убиты. Понять хоть что это. Николай Первый. Николай Первый? Копейка? Нет. Четвертина. Четвертина? А, Н1. Да. Н1 видно. Больше ни хрена не видно. Сохран. Мертвый. Ну что, копнем онлайнчик. Сейчас раз, алюминиевая проволока, банка. Нет, ты что, на траке я проверил, 10-46. Это уж точно не алюминиевая банка. Это может быть шмурт какая-то, может быть. Но не банка. Ну, больно уж, хороший сигнал. Посмотрим. Вот Николашка там где-то была вот тут. Сейчас. Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Онлайнчики снимать вам? Напишите в комментариях. Если снимать, тогда придется экшн-камеру на бушку вешать. Ну, надо будем вешать. Где-то тут. Вывалилось. У нее в наушниках даже слышно, мне кажется, на камеру. Да? Так, как она да, орёт? Конечно. Пи-пи-пи. Ну, вот она. А-а. Динамика. Посмотрим, видите? Кто такая. Вот они, так вываливаются. Сохраны здесь нет, здесь только на серебро. Ну, мне интересно, конечно, более старые вещи посмотреть. Язык, реки, гора. Вот интересно. Чё это? Николай Первый. Опять. Копейка серебром. Очень хорошо. Но это мертвое, скорее всего, точно. Ну, да. Они хорошо не сохраняются. Да, одна копейка серебром. Но... Ладно, 1840 какого-то года. Взяли у Андрюхи хабара. Жидкость. Его чудесную. Жидкость действительно чудесная. Волшебная. И испытываем. Да, переходите на канал, у него там есть, и в группе ВКонтакте у него, кстати, есть описание. Зайдите, посмотрите. Вещь действительно хорошая, снимает окислу. Оп, потеряли. Что же я ее? Да не знаю, а может отойдет. Посмотрим на эксперименты. А у него футболка Бивис и Батхит.
проходить. Так, проволочный сигнал поступил из недр земных. Вот такой вот обломочек выскочил. Вот это уже постарее будет вещь. К сожалению, нет. Жаль, не целый, да. У нас есть такие крестики. Я их так люблю. Они обалденные, да. Эх, ладно, на запчасти. Ну, короче, вот здесь был крестик вот этот, он более старый, это где-то 17-й, наверное, век был. Здесь вот этот холмик. И приблизить надо, положи. Орла... Танюха! Да, орла, видите? Тонкая, маленькая. Темно уже, подожди, не разглядим. А с другой стороны... Непонятно, что это такое-то. Сейчас посмотрим. Там старое сельцо. Ну, куда мы хотим? Там все, пробиваемся. Там... Сохранчик даже такой ничего. Посмотрим, да, и там работает бензопила. Вот, а у нас тут вот на этом язычке, сейчас мы выйдем, посмотрим, что там на реке. Скажи. Подожди, вот хочу посмотреть, 17-й, что ли? Здесь Александровский Двундель, он же капуста. Ну, здесь получше, да. Тоже, конечно, не фонтан. Но получше, чем там. Покажу вам красоту. Обрыв, конечно, сумасшедший. О! Тут, блин, большой ответ. Как я раньше говорил, в городе такого не увидеть. Просто излучно. Мы ведь когда-то вот там лазили внизу, в тех лесах. Мы лазили, вот так внизом отходили. Да. Вот такая тут красотень. Высоченный обрыв. Имперские монеты вот здесь попадаются. Интересненько, интересненько, что такого могло быть-то? Стоял ли тут дом в то время? Деревня там вот, вон там, она советская. Но зачастую... Могло что-то быть в стороне в то время. Обалденно красиво. Сейчас осень еще. Плюс сосны. Желтые с соснами зелеными. Обалдеть. Грибов не видно. Смотри, вот здесь, как я ее называю, обочинку прозвоним. Еще время есть немножко для темноты. Так, здесь прошли. Что не нашли, вышли обратно на поле. Полоская копейка. Ладно, она, может, и живая будет. Повода она. Она просто выкисла, хвана. Может, оживет. Еще вот эти серые пухлые глины. Перемешка с красной глиной, с песком. Ну да. Сейчас интересную вещицу откопали. Идем все ближе, ближе вот сюда, на косу. Причем вот этот вот классический фольговый сигнал. Да, да, да. Вот это что-то старое. Очень старое. Только я не знаю, что это такое. Может, обломочек серьги какой-нибудь или украшение. Не знаю, крупное. Такая вот штуковинка. Сейчас мы раз и уходим к машине. Ну, то есть, понятно, полянка занимательная. Есть империя, есть советы. Есть ли что-то раньше, пока непонятно. Николай II. Ну, сохрану монет у медных. Ну, видите, ну, так себе. Ну, есть рельеф. Ну, будем пробовать очищать. Вот такой облом. Вываливается. Глубина большая, выше штыка. А тут, к сожалению, кусочка нет. И еще сигнальчик. Советик. Такой глубинище. Да, глубина большая. Пятерочка 39-го года. Идем к машинке. Башка с комарами сожрали напрочь. Друзья, находились, пришли в машину, нас скушали. Да и уже и стемнело практически. Сейчас я отчетик тогда уже из дома сниму. Вот этот наш двухдневный. Вчера 3 часа и сегодня. Ну, сегодня побольше. Часов, наверное, 5 мы ходили. Скажу, что вообще получилось, как раньше, в старые времена. Полевой выход. Полевой выход.
монеты. В основном монет, старины ничего нет. Ну, мы потом еще будем реку проверять дальше по сторонам. Не переключаемся, сейчас отчетик будет. Приехали к дому. Вот такое у нас чудо тут живет. Хулиганит. Посадили на цепочку. Куда-то вот его не имется. Там под забором какая-то дрянь. Вот такой вот лайкин. Пау. Там что-то пытается достать. Стройка идет. Здесь все что угодно. Короче, отчетец. Вот так вот мы сегодня, ну, вчера и сегодня нахреначили. Сколько монет? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 монет, 3 чешуйки петровские. Крестик вот этот неплохой. Колокольчик полом. Ну, короче, как обычно. Полевой выход. Вот. Спасибочки, что с нами гуляли. Спасибочки, что смотрели ролик. Всем здоровья и пока.